Всем привет! В этом видео я буду менять расширительный бачок, автомобиль Scania. На этой машине он лопнул в этом месте. И чтобы снять расширительный бачок, мне нужно спереди все это разобрать. Здесь, на этой машине, мне для начала придется снять рамку у механизма стеклоочистителя. Затем все пластмасски, которые мне будут мешать, и моторчик отопителя. Это все мне необходимо сделать на первом этапе разборки. Здесь необходимо отсоединить заслонку пластмассовую и снять ее. Затем я откручу вот эти две трубки. Они мне будут мешать. Эту рамочку, где находится механизм управления заслонкой, я откручу и засуну ее вовнутрь. Итак, здесь я вытащил салонные радиаторы. Эту резинку надо пропихнуть вовнутрь. И теперь остается вытащить этот ящик. Здесь нужно аккуратненько его вытаскивать, чтобы не сломать. С этого ящика я вытащу температурный датчик. Все это дело теперь я вытащу сюда. Ну и теперь остается вытащить этот ящик. Ну и затем уже можно вытаскивать расширительный бачок. Эти радиаторы я продую сжатым воздухом, чтобы на них не было пыли. Итак, вытащил я этот ящик. Ну и теперь остается вытащить расширительный бачок. Вот так это все дело выглядит. И теперь посмотрим, что у нас находится внутри. Внутри, я смотрю, не так уж и грязно, как это бывает иногда. Этот ящик, где находятся салонные радиаторы, я помою. А это другая машина, где я менял расширительный бачок. А вот на этой машине внутри уже не так чисто, как было на другой машине. Смотрите, что здесь творится. Эту всю грязь я отсюда уберу и помою. Салонные радиаторы я продую воздухом, и все, что надо, я помою. Итак, салонный радиатор я продул, ящик я помыл. Ну и в машине я тоже все пропылесосил и помыл.
Вот так выглядит новый расширительный бачок. Со старого я сниму прокладки, поставлю на новый. И теперь остается все это дело собрать в обратном порядке. Эти резинки необходимо заменить. Здесь система такая, на одну трубку ставятся две резинки. Вот так это дело выглядит. Установил я новые резинки, смазал смазкой, чтобы эти трубки зашли свободно и резинки не залупились. Затем я заливаю охлаждающую жидкость и проверяю на утечку, чтобы нигде не подтекало. Что с ним? Расширительный накрыл собак. Расширитель. Расширительный бачок. Этот? Он самый. Накачал давление и смотрю, чтобы нигде не подтекала охлаждающая жидкость. И если нигде охлаждающая жидкость не подтекает, я продолжаю собирать все это дело дальше. Затем необходимо установить эту рамку с механизмом стеклоочистителя. Ну и потом уже салонный моторчик. Итак, здесь у меня все собрано. Этот салонный фильтр клиент захотел поставить обратно. Я его, конечно, слегка продул сжатым воздухом, чтобы на нем было меньше пыли, и поставил его обратно. Ну вот и все. Спасибо за внимание. Всем пока!